Правительство России утвердило дополнительные требования к перевозке групп детей автобусами. С 1 июля будущего года эти транспортные средства необходимо будет оснащать проблесковыми маячками, сообщает издательство «Российская газета». В целях минимализации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, отмечается в пояснительной записке к документу. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителей транспортного средства категории D. Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке групп детей. Действия властей направлены на исправление сложной ситуации, когда ДТП с участниками детей происходит практически ежедневно.